Всем добрый день, я приветствую вас на канале, где собираются самые красивые и простые в исполнении узоры. С вами Яна, и сегодня я подготовила для вас очень простой ажурный узор. Вяжется просто, справится даже новичок. Итак, для того, чтобы связать этот узор, нам необходимо набрать на спицы количество петель, кратное 7, плюс 2 петли для симметрии, и 2 кромочные петли. Высотой этот узор состоит из 4 простых рядов. Я набрала на спице 3 раппорта, 2 петли симметрии и 2 кромочные петли. Давайте начинать. Первый ряд. Кромочную мы снимаем и провязываем. 2 изнаночные, 5 лицевых. Повторяем раппорт. 2 изнаночные, 5 лицевых петель. И еще один последний раппорт. 2 изнаночные, 5 лицевых. В конце у нас остается 2 петли для симметрии, и мы их провязываем изнаночными петлями. 2 изнаночные и кромочная. У меня изнаночная. Второй ряд. Кромочную мы снимаем и вяжем первый раппорт. 2 петли лицевые, 5 петель изнаночных. Фактически этот ряд мы вяжем по рисунку. Еще раз. 2 лицевые, 5 изнаночных. В конце 2 петли симметрии провязываем лицевыми и кромочная. Третий формирующий ряд узора вяжется следующим образом. Кромочную снимаем. Первые 2 петли у нас изнаночные. Далее у нас расположены 5 петель лицевых подряд, из которых мы должны 2 провязать с наклоном влево, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, накид, 1 лицевая, накид, и следующие 2 мы должны провязать вместе с наклоном вправо. Для этого мы их разворачиваем и провязываем 2 вместе за переднюю стеночку лицевой. Это раппорт третьего ряда. Повторяем. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Переворачиваем петли, провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И третий раппорт. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, разворачиваем петельки, провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И 2 петли симметрии мы провязываем их изнаночными и кромочные. И четвертый ряд. Кромочную снимаем. 2 лицевые, 5 изнаночных. Повторяем. 2 лицевые, 5 изнаночных. И еще раз. 2 лицевые, 5 изнаночных. И в конце 2 петли симметрии провязываем лицевой и кромочная. Один раппорт в высоту мы провязали. Давайте рассмотрим образец побольше. Вот такой узор у нас получится в итоге.
смотрится в изделиях, он очень красиво. Таким узором можно вязать все сезонные вещи и на лето, и на весну, и на осень. Фактически можно вязать все, вплоть до носочков. Такая у него изнаночка. Надеюсь, узор вам понравится, и вы будете его использовать в своих работах. А на этом мастер-класс я заканчиваю. Я искренне благодарю вас за просмотренное видео. Если вам понравился узор, не забудьте поставить пальчики вверх. Подписывайтесь на канал те, кому он показался интересным. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он оповещал вас о новых вышедших видео. Я вам желаю успехов, здоровья и хорошего настроения. Всем пока!